Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Ну давайте посмотрим. Вот сюда. Итак, как писали, что поездки, закупки, это все скучно. Много занимает времени. Хорошо. Монтаж. Тогда начинаем монтажировать. Телепорт включен. Ну что ж, мы приехали, но, блин, нас перекинуло. Нет. Обратно. Не-не-не-не, бросай этого алкаша. Он постоянно где-то очухивается, я бухтую. И опять в трусах в одних. Платье. Не-не-не-не, давай-ка обратно. Я только доехал. Твою ж мать, не тот, машина-то! Персонаж не тот! Блин, да что за гемор-то нахуй? Да вставай давай. Все, и дальше спать ложись. Вот так. Блин, доехал, только доехал. Тачка не та. Блин. Пипец. Развязка. Пойдем. Так. Где у нас там пункт встречи-то? Во-во-во-во-во-во. Так, наверх. Как нам наверх попасть? Ну-ка давай-ка вот здесь вот посмотрим. А, во! Все, точно, обратно пойдем, по нам стрелять должны будут. Так, сюда. И опять сюда. И еще вот сюда. Так. Такс. Ага. Дэви, вот почему мы такие друзья. Потому что мы люди старой школы, нам нравятся все эти старомодные штуки, газеты и тому подобное. Мы друзья. Ну, не знаю. Мы же сделали, как ты сказал, правда? Разобрались с теми людьми. А теперь ты выполнишь свое обещание. И отпустишь меня, да? Нет, планы поменялись. Возникла небольшая проблема. Стив, я же сказал, что разберусь. А, ну да, ты охренительно разбирался с другими делами. Ну да, признаюсь, нестандартно, мать твою. Да ты мне карьеру испортил, агент Снайс. Арестуйте обоих. Стив, да ладно, ты шутишь, мать твою. А что, за что собираешься арестовать? За многочисленные, мать их, преступления, какие только есть на этом свете. Ладно, я перефразирую. Почему? Почему? Потому что ты ведь не хочешь, чтобы я давал показания в суде о наших различных... Задержите его, ага. Агент Санчес, не делайте это, Стив. Мы же договорились, что поговорим с Майклом. Объясним ему все. А это? Это плохо для всех нас. Ладно. Тогда опусти оружие, поговорим. После тебя, приятель. Да ладно, а как же? Хорошая попытка. Они знают или им кажется, что в этом деле замешан я? Ага, и теперь ты хочешь, чтобы я снова вытер тебе задницу, да? А потом сразу примерил бетонные башмаки, ну уж хер тебе. Уберите оружие, парни, праздник закончился. Вы в наших руках. Уберите оружие, все... Блин, ты твою мать-то! А вы-то откуда? Они со мной. Я знал, что у тебя кишка тонка. Я патриот. Я люблю свою страну. Уберите оружие. Да пошел ты, мы все знаем, что вы любыми способами хотите увеличить свое финансирование. Но это перебор. А что они здесь забыли? Уберите оружие. Вот так вот. Ух ты. Bullshit.
Давай-ка. Надо отсюда выбраться. Так, мне многого не надо. Так. Такс. Вертолет. О-хо-хо-хо-хо. Бум. На. Да, да. Дружище, я только к тебе. Если кто убьет тебя, то труп. Пришел закончить их работу. Пришел в платье. Подожди. На. Бум. Вот так вот. Да твою мать-то. Вот так. Нормально положил. Так, они все внизу. Так, сначала так. Потом вот так. Да, я не так вот так делаю. Блин, где-то подо мной. Так. Вот так. Нормально. Где-то там он. Они все подо мной. Блин. Да.
Так, давай, 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 беги, 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 беги. На. Получи. Есть. Так. Давай, 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 давай. Да нахер ты туда ползешь-то? Были. Так. Защитите Дэйва. Экс. Где-то он. А он куда? Вниз ушел. Так, это мой, которого должен защитить. Да. Где-то еще они дохренища. Так, давай, давай, выходи, выходи, выходи. Как тебе ножки? По дорожке. Да, да, надо поговорить. Конечно. А мне куда надо? А выехать надо. Все. Подождите, давайте-ка посмотрим. Может, у меня по дороге будут приключения, поэтому не, пока не буду телепортироваться, тем более развязка, как я думаю, написано было. Грей, давай. Another chopper. Блин. Уйдите. Я хотел его подстрелить сначала. Где я окажусь? Ну? Мать твою, за ногу. Да, об стенку. Давай! Все нормально, пострелял их. Давай, где он там последний? У той машины у дальней, да? Давай, садись. Погнали. Shit, chopper. Блин, не машина, а говно. Да, твою мать, давай, 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 осторожней.
Вот так. Чем я буду угонять от этого всего? Правда, я погорел очень хорошо, да. Давай, давай. Все-таки это пока миссия у меня. И ехать здесь недалеко. Так что придется потерпеть. Тихо, это барьер. Все, сейчас поговорим с тобой. Выясним. Шел сильный дождь. Ну, где тут вход-то? А, вот ты где. Это было весело, ты переоделся. Что ты куришь, а? Не, это же вредно. Ты что, не знаешь? Ну да, конечно, наверное. Организациями армии наемников. Я слегка действительно дернут на нервах. Ну, по крайней мере, пока так, что может ты припас для меня что-нибудь? Может ты заявил, дружище, спасибо тебе? Нет. Он просто симпатичный представитель продажного правительства, который хочет подтянуть с помощью такого же продажного мелкого бандита-говнюка. Слушай, Тревор, я хотел поболтать. Знаешь, я собирался тебе сказать... Что хочешь? Что ты собирался? Мне нож в спину воткнуть? Или чтобы был навсегда останешься никчемным ублюдком, которого нужно прикончить? Все ясно, мать твою. Да, тогда какого хрена ты пришел? Ну ты же знаешь. Нет. Одно. Последнее дело. И если все пройдет, ты знаешь что? Тогда мне не придется стрелять тебе в голову. Но если все закончится плохо, это тоже ничего. Мы вместе попадем в ад. И будем вместе целую вечность. Ну, значит, работаем. Да, похоже. Звони Лестеру. По громкой связи. Эй, это я. Знаю. Как все прошло? Шикарно. Случайно встретил... Ну, короче, Тревора, все нормально. Он хочет устроить прощальные гастроли. Ладно, когда все будет готово, я с тобой свяжусь. И запомни, джентльмен, если все получится, мы войдем в историю. Мерзкую, гнусную, отвратительную, но тем не менее историю. Вот. Вот, теперь ты счастлив? Прыгаю, говнюк от счастья. Я за тобой слежу. А ты за мной слежишь? Так, ладно. Да. Бог с тобой. Задание выполнено. Так, для начала давай сядем в машину, чтобы она у тебя вообще была. Вот так. Так. Опа. Опаньки. Так я еще кабриолет, оказывается, угнал. Не просто машину. Ладно. Что у нас есть? У нас есть... вот для этого персонажа. А ты уж сам как-нибудь на машине-то поди. Справишься? У тебя не маленький ребенок. Ну... Подожди ты. Так, я здесь, а мне надо куда? О, а мне надо домой.
Ладно, телепорт. Так, приехали. Вот самый что крутой, и тачка, и мотоцикл, блин. У него эти не то, что, блин. И самолет в ангаре есть. И что там только нету нахрен у меня. Давай. Так, что? Смотрим, наблюдаем за чем-то, да? Как это обсерватория. Твою мать, кто это может быть? О, привет! Что ты здесь делаешь? Ну, то есть, я-то рад тебя видеть. Заходи. Как дела, малышка? Насчет Лемара? Что нужно этому идиоту? Это твой лучший друг. Твой лучший друг, мать твою. Серьезно, мой лучший друг? Мой кореш? Мой нигер? Да пошла ты. Ну, то есть, я не хотел это сказать, но нет. Он просто нигер с моего района. Он стретч и все прочие мудилы. Они хотят жить в прошлом и всех остальных за собой на дно тащат. А это значит будущее. Огромный пустой дом, в котором нет ни одного человека. Блин, раз мне это подошло, то и тебе подойдет. Франклин, я выхожу замуж. Не за убийцу. Какого хрена? Я боюсь за Лемара, Франклин. Ты должен ему помочь. Не, вся эта херня в прошлом. О, а теперь настоящий бизнесмен, сестренка. Исполнительный директор, инвестор, иллюминат. Ты полный идиот, нигер. Лживый мудак. Что? Я же не прошу тебя жениться на нем. Просто говорю, что его убьют из-за того дела, которое ты организовал. Встреч его. Мать твою, всю жизнь я присматривал за этим мудаком. И расхлебывал его дерьмо. Твою мать, ну так сделать еще один раз хотя бы ради меня. Ради тебя? Тебя и твоего врача? Я люблю и тебя, и Лемара. Вы выросли вместе. Ну такая жизнь. Ты не меняешься, мне плевать, сколько у тебя тачек и квартир. Мне плевать, сколько у тебя бриллиантов в ухе. Какая жизнь не для меня. Милашка, послушай, я изменился. Нет, не изменишься. И в этом нет ничего плохого. По крайней мере, уважай свое дело и себя самого. Если ты допустишь, что эти идиота убили, значит, ты куда хуже. Смотри, он едет на какую-то лесопилку. Хрен знает куда, делай, что должен. В смысле, ты пришла, хрен знает кто, бабу, которую, я понимаю, баба, которую я тебя любил, но ты выбрала другого, и я этого другого еще должен, блин, защитить? Вы че, бля, издеваете, что ли? Че за нахер? Так, мне долго ехать? Так. Телепортируемся. Ну, сразу после звонка. Франклин, what's up? Франклин, как дела? Брат, я попал не в самую хорошую ситуацию. Моего кореша Лемара подставили. Кажется, он с балласами на какой-то лесопилке в туалете. И не мог бы, типа, поколдовать в компьютере и посмотреть, что там творится. Можно попробовать. После того дела, вот у меня остался доступ к местным полицейским компьютерам сети. Секунду, погоди-ка. Ну что там? Кажется, вот оно. Тут старые отчеты про банду афроамериканцев, торговавших травой. Файлы убрали с глаз долой, так что, похоже, копам дали взятку. Они выращивают там, скорее всего, на холмах. А на лесопилке, возможно, они ее пакуют и отгружают. Короче, на лесопилку едем. Телепорт. Итак, мы подъезжаем к этой лесопилке. Я так думаю, вот она. У меня точка рандеву вот здесь вот где-то установлена. О, так мы все здесь. Зачем тебе понадобился? Мы хотим спасти Лемара, а не стать его... Так, молчи, засранец. Эй, чуваки, заткнитесь оба, мать вашу. Давайте осмотрим тут все. Лес расскажет, что какой-то большой склад травы это. Балас тут кишмя кишит. Мы с тобой не против, старые добрые гангстерские перестрелки. Ну вот тот пижон. Блин, Тревор, ты мне нравишься. Вот его ведут. Знаешь что, скажи Тревору, что я буду с винтовкой на этом холме. Я не хочу быть рядом с ним, когда он просрется. Типично, типично. Ах, мать его. Так, ладно. I'm gonna find a way in. Так, ладно. Давай-ка для начала вот здесь вот. I saw a few possible entry points when I got here. One, the front entrance on the right there.
most direct way in and most likely the heaviest. Two, down the hill to my left. There's a bulldozer there. Might be able to use it in the assault. Так. Here's where I'm making my play. I'm going right at him. Давай, ты-то боевик из боевиков, ты-то нахрен на передовую пойдешь. I'll see what I can do up here when the time comes. Так что давай. I reckon our best shot is coming at him from two different directions. Так. В обход, в обход, в обход, в обход. Немножко сюда, а? Сейчас он запыхается, уже не сможет бежать, хотя он самый спортивный среди них. Ага, вот. Ну, как я и говорил, нахрен. Самая такая позиция ему. Give us a signal when you're ready, Frank. Let's go find the dude. I'll take out whoever I can. Да. Где-то ты, падла, прячешься. Где ты? Я не понял, ты запилил, прячешься? Ты дебил. Там так бумкнуло. Давай. Пока неплохо. Сейчас поможем. Твою мать, что случилось-то? Тревор погиб. За каким хреном ты вперед рвался? Ладно. He runs away from the fight, I run towards it. Блин. Давай, займи позицию тогда, другую. Я приметил несколько возможных точек выхода. Трубовать, что ли, хотите? By the railroad.
Я не смогу вас прикрыть. Don't shoot and don't get too close. We don't want them to know we're here until we want them to know we're here. Okay. You're the expert in springing attacks on the unsuspecting. Не смогу вас прикрывать. My turn to move. Ага. Тот самый, значит, уже ушел. All right, I'm at the spot. When the time comes, I'll do what I can from up here. I reckon our best shot is coming at him from two different directions. Maybe. Frank, we'll attack Все. On your signal. All right, let's do this. I'll Давай. Take out whoever I can. Here I come, assholes! Надеюсь, попал. Нет, не попал. Where's my homie at? Вообще ни хрена не видно. Да спокойно. Не вижу. Где ты, падла? Тревор! Если увижу, скажу. Давай. Давай. У тебя что в руках? Возьми посерьезней. Блин, надо кого-то одного заряжать, я так понимаю. Ладно. I'm gonna find a way in. Пусть тогда он здесь будет. I saw a few possible entry points when I got here. One, the front entrance. А этих сейчас зарядим на дальнюю дистанцию. Блин, сложновато, да. А ты с той стороны отстреливай. Three, the other side from me, by the railroad. Should be possible to avoid the worst of it that way. But I won't be able to cover you. Alright, thanks. Don't shoot and don't get too close. Стрелять они не должны, знать, что мы здесь, пока я не раньше времени. Okay.
You're the expert in springing attacks on the unsuspecting. Ты у нас эксперт по коварным ударам в спину. I like the look of the bulldozer. Ты тоже туда пойдешь. Нехрен. Hey, I'm gonna get in position. Hey, I got a good vantage. I'll see what давай, I can давай, do давай. Up here when the time comes. We might stand a better chance if we come at them from two angles. Будет лучше, если мы нападем с них с двух сторон. Может быть. И будет лучше. Но нет. Мы нападем на них вот так вот. Let's go find the dude. Laying down fire. У меня что, задаю, что ли? All right, bro, let's go. Давай-давай-давай, где вы? Давай-давай-давай-давай. Give us the mouthy one, and we'll be gone! Вот так. They left more cars in the way! Один наверху еще где-то. Где-то на крыше. Сюда-сюда. С гранатометом. Еще давай. Где? You're fucking dead!
И где-то вот здесь вот он. Вот, по-моему, я увидел. Вот он. Я нашел его. Эй, Ламар, идем, пока они не сделали для себя. Крин знает кто. Столько оружия. Так. All these dudes just to clap me. Пойдем, пойдем. Все хорошо. Одни трупы остались. Я возьму Лемара. Все, я ухожу. Пойдем. Отвезите Лемара к нему домой. Ладно. Что же, это часть миссии. Ну ладно. Это будет неинтересная поездка. Поэтому телепортируй. Посмотрите, какая тачка сейчас. Кошмар, это мы до дома добрались. Хорошо, что тачка еще не моя. Все, говнюк, езжай. Иди домой. Ну? Ого, ниггер! Похоже, ниггер уяснил кое-что, что не на тех ниггеров напал. Сечешь? Ну, можно и так сказать. Ты дебил, правда. Вот, пойди, давай, нахрена чего? Ты же знаешь, что твой ниггер на мели. Может, дашь мне пару баксов? Да по морде ему дай. Да ладно, ниггер, ерунда все это. Ты ушел. Бросил корешей. Да пошел ты нахер. Твою мать, отпечатал ты ниггера. Так. Бросил корешей. Вы алкаши и ни хрена не хотите делать. Дай ниггеру хотя бы на бутылку пива и куриные крылышки по дороге в ночлежку, чувак. Вот не надо. Во-первых, за эти долбанные тачки мне так и не заплатили. Во-вторых, я же спас тебя, чувак. Сколько раз из твоей тупости нас хотели убить. И каждый раз, чувак, как иначе? Я думал, что мы кореша на всю жизнь. Я тоже. Но я думал, что мы хотим выбраться из этого дерьма. Чувак, ты живешь в мире иллюзий. Надеяться ты можешь только на одно, что твои похороны придет целый... Кто-нибудь хотя бы. Давай. Ты живешь в говне. Не хочешь никаких продвижений в жизни. Станешь всех на дно. Глядишь и продвинулся, бы слетел себя пристой. Но тебе нужно только одно, безумная жизнь уличного бандита. Ох, прошу прощения, мистер Золотой, извините, сэр. Спасибо за то, что выручил нищего ниггера, сэр. Теперь можете идти. Спасибочки. За кого ты меня принимаешь? Да пошел ты нахер. Сам пошел, я думал, что мы кореша. Но ты, похоже, вообще не знаешь, что такое дружба. Знаешь что? Если подвернется что-то хорошее, я звякну тебе, чувак. Так что расслабься. Ну да, конечно. Заставишь меня работать, чтобы я работал. Давай. Короче, работать не хочет, ни хера не хочет делать. О, чувак, пацанчик. Привет, Фрэнк. Чувак, я вас не знаю, между нами все кончено. Нет, не кончено, чувак. Пока нет.
Почти. Мать твою, да чего вы от меня хотите? Убить президента? Трахнуть его жену? Напасть на какую-нибудь страну? Нет. Что-нибудь более разумное. То, что нужно сделать. Эй, когда придет время, ты должен вывести старого Тревора из игры, чувак. Понимаешь, Майкл разумный человек, а вот Тревор не такой. Тревор нам слишком дорого обходится. Чувак, Тревор же спас тебя. Он вас обоих спас. И это весьма прискорбно. Когда дадим сигнал, ты это сделаешь. Чувак, пусть Майкл хотя бы это сделает. Я против Тревора ничего не имею. Майкл не сможет. Тревор его близко не подпустит. Вот почему это должен сделать ты. Вот дерьмо. Кто это был? Никто. Забудь, нигер. Эй, старый напыщенный нигер. Так, вот проблема-то. Причем очень большая нахрен. Блин, жопа жопная. Что делать? Так, бросить. Да. Ну что ж, нет, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.